19 марта в Диро состоялся финал республиканского турнира интеллектуальной игры «Брейринг». Состязания проходили в рамках реализации плана мероприятий Министерства образования и науки региона по проведению года педагога и наставника и организовано администрацией Левашинский район. В финал вышло 16 команд, отобранных на зональных этапах в селениях Бабаюрт, Леваши, Ботлих, Касумкент и города Махачкала. Всего в турнире приняли участие команды из 37 муниципальных районов и 7 городов. По итогам игры победителем стала команда 3С – Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей из города Махачкалы. Второе место досталось ребятам из команды «Знатоки» Табасаранского района. Бронзу же взяла команда «Друзья науки» из Дербента. Немного не дотянули до тройки лидеров дети из команды «Левашинские козырьки». Они заняли четвертое место. Отметим, что координаторами мероприятия выступили специалист администрации Левашинского района Асхаб Магомедов и специалист отдела образования администрации Левашинский район Аминат Шахбанова. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, новости, телеканал «Среда».